Далее я еду в Луивиль, в Кентукки, чтобы заехать в пару мест со Стивом, чьи связи в мире рестлинга. Как дела? Ждал, что ты расплатишься в баре. Помогут найти игрушки для табу. Конни? Привет. Меня зовут Конни. Мой муж Джерри собирал игрушки, пока работал на Hasbro. И они лежат у нас на чердаке почти 20 лет. Боже мой! Все, он зарылся. Я зарылся. Муж Конни заполнил чердак игрушками, но я не знаю, в курсе ли она, что там. Я нашел кое-что. Что? Смотри, малыш пони от Hasbro. Это любящая семья пони 88-го года. Приятно расчесывать их гривы. Боже мой. Стив типичный брони. Среди фанатов моего маленького пони много мужчин-коллекционеров. Мы зовем их брони. В 81-м Hasbro выпустили моего красавчика пони, лошадку, которую можно причесывать. А через два года они уменьшили ее и дали ей новое имя. Пони стал одной из самых популярных игрушек. Сегодня мой маленький пони популярен не только среди брони, но и среди звезд вроде Леди Гаги. Продадите набор? Я готова с ним расстаться. Набор можно продать за 110. Значит, надо заплатить не более 50. 40? Я могу подумать. Долго? 45? Может, 50? Конни точно не новичок в продаже игрушек с чердака. 50 за моего маленького пони. Хорошо. По рукам. Оплатить за это буду я. Брони пойдут на все ради пони, но надеюсь, Стив не забыл о рестлинге. С ума сойти. Ничего себе. Обратно мы ее не засунем. Это не рестлинг, но штука крутая. И вы ее спрятали. Это педальный сосиско-мобиль Оскара Мейера. Лучше не бывает. Вы знаете, что такое педальная машинка? Жмете на педали и едете. Мой муж купил ее у одного бакалейщика. Оскар Мейер с конца 19 века развивал свой мясной бизнес. Он мастерски рекламировал свой бренд. От джинглов на радио до спонсорства таких телешоу, как шоу Кэрол Бернетт. И, конечно, знаменитый сосиско-мобиль объездил всю страну, начиная с 1936 года. Сколько стоит? Я помню, сколько мы отдали. И сколько? 150. За даром. Новый где-то 450. Скорее 500, так что покупай. Даю 300 баксов. Я бы хотела чуть больше, чем в два раза. Может, 350? Звучит отлично. Больше, чем в два раза. Спасибо. И вам. Мы нашли много интересных вещей, но с учетом стольких лет в Hasbro, я уверен, муж Конни должен был оставить что-то ценное. Я буду искать. Боже, серьезно? Что? Знаешь, что это? Нет, но выглядит круто. Это Мегатрон. Коллекция трансформеров «Войны чудовищ». Сделано в Японии. Я их видел лишь однажды. Как думаете, сколько стоит? 500. 1000. 1500. Нет. Нет. Это стоит гораздо больше. Стоит около 2500. Что? Невероятно, и все это на чердаке. В 96-м Hasbro выпустили линейку «Войны чудовищ» с трансформерами в виде животных, вроде этого мегатрона-тираннозавра. Игрушки разыгрывались в лотерею. Ты мог получить редкого трансформера. Лотерейный трансформер оказался настоящим сюрпризом. Я никогда не понимала, имеет ли ценность то, что муж приносит домой. Жаль, у нас не все. Чтобы я получил прибыль, мне нужно потратить не более 2000. Дам 1800. Наверное, я придержу фигурку. А 2000? Тогда могу и передумать. 2000. Отлично, мне повезло. Мы не нашли ничего для табу, но уезжаем от Кони с очень крутыми находками. Стив купил набор «Мой маленький пони» за 50 баксов и сможет продать его за 110. А
еще с нами уезжает педальный сосиска-мобиль Оскара Мейера за 350 баксов. И будущий чемпион по поеданию хот-догов сможет уехать на нем за 500. А также лотерейная фигурка Мегатрона из «Войн чудовищ» за 2000. От правильного покупателя за эту редкость я могу получить 2,5.